взаимодействуем, то есть и с обществом садоводов, и с Акимом. Эти встречи ежегодно проходят. Мы всегда получаем ответы на все наши вопросы. Всегда получаем какую-то помощь, обязательно получаем. У меня был вопрос по поводу вот этой вот новой трассы, которая не новой трассы, а вот это новое освещение, которое сделали от моста до этого. Но там, правда, там машины носятся с бешеной скоростью. Пешеходам там проходить негде. И я даже в том году, когда это освещение делали, я писала письмо в Акимат, чтобы сразу установили эти камеры. Да и по поводу мусора, конечно, безответственные дачники. Правильно делает Булат Сергеевич. Он уже не один год проводит такие встречи. Выносятся вопросы, которые жизненные для каждого простого человека. Решение этих вопросов потом аккумулируется и, как говорится, выносится и выделяются деньги на бюджет, чтобы решать эти вопросы.